И всем привет, ребята, с вами Сломан Акс. И сегодня у нас новая игра на канале под названием Бенди Чернильная Машина. Почему решил в нее сыграть? Наверное, раз у меня есть вот такие вот мерч, то, в принципе, почему бы, наконец, не начать? Так. Что ж. Русский язык тут уже есть, это хорошо. Новая игра, давай. Дорогой Генри, это, кажется... Прошло немало времени, как мы работали над мультфильмом вместе. 30 лет реально очень быстро прошли, разве нет? Если ты вернешься в город, приди и навести нашу старую, как сказать, фабрику, сказать. Смысл понял. Здесь есть кое-что, что нужно показать. Твой лучший друг Джоуи Дрю. Ладно. Работай сильно, работай счастливо. Хорошо. Загружается. И игра вылетела просто. Снова эта заставка. Так вот загрузилась. Главное не проворонить сейчас название главы. Или опять вылетит. Глава первая. Движущиеся картинки. Так. Итак, Джоу, я здесь. Посмотрим, получится ли... Так, на ВСД двигаемся. На стрелке можно? Нет, лучше на ВСД. Так, что-то у меня... Так, бежать на ши... Так, погоди. Escape. Опции. Настройки. Громкость, музыка, диалог, график, яркость, движение камеры, зеркальный, советы, чувствительность, может уменьшить чуток? Потому что у меня... Так. Бэк. Продвинутые настройки. Весь экран, разрешение, качество, сглаживание, синк, глубина, размытие, свечение, окклюзия, размытость, зернитость. Так, ну все. Раскрыть сюжет Джоуи. Подсказка. Обыскать мастерскую. Так. Бегать на shift? Погоди. Пробел мы прыгаем. На shift мы бегаем. А вот его старый стол. Столько времени потратил за... Я поставил за этим стулом. Картонный Бенди. Погоди, может мы сделаем немножечко так разрешение нормально? Так, качество среднее поставил, потому что у меня дико лагает. И она снова вылетела. Что ж, досмотреть в мастерскую, но мы идем. Давайте. Кажется, они снесли несколько стен после того, как я ушел. Похоже, нам потребовалось несколько человек, чтобы заменить меня. Так, тут Бенди нарисован. Да, график стал хуже, зато более-менее... Так, тут, наверное, нужен топор. Извиняюсь, я икаю просто, что-то на меня нашло. Так, это у нас, походу, печатная машинка какая-то. Еще один картонный Бенди. Куча столов, на которых тоже нарисован Бенди. Тут он, анимация, походу, продолжается. Так. Вкусно. Беконный суп. Ну да, это я пуп. Так, какой-то столбец. Так, найду что-нибудь интересное, покажу. Такой вот прикольный баннер анимированный. Так, прожектор. Что это? На ПКМ нажимать как-то или нет? И Боба, что с ним делать? Стул, еще один картонный Бенди. Может, у него кассету срать какую-нибудь? Наверное, кассету нужно в него какую-нибудь ставить, чтобы он заработал. Так, стулья всякие. Мечты сбываются. И протекающая стенка. Круто. Еще одни картонные Бенди. Трубы. Дверь. Как ее открывать? Так, ну мы можем прыгать. Мы можем вообще дверь открывать. На какую кнопку? Давай сначала исследуем, потом будем открывать. Выход. Угу. Смотреть за шагами. Ну, под ноги, смотри. Короче. Чернильная машина.
Этому лифту не помешало бы несколько сухих батареек. Сцена с чернильной машиной. А, Е. Так, чё это? Так, нужно на Е всё брать. Какая-то энергия. А, батарейки, наверное. Так, давай, на Е. Второй батарейки нет, наверное, да? Так, я, короче, понял. Нужно обследовать, там найти. И в комнате Джоуи, наверное, нужно найти батарейку. А что в этой комнате? Да не открывается она. А это? Не открывается. Тут взаимодействовать все нужно на Е, я понял. Так, и раз я понял, как взаимодействовать, попробуем с прожектора взять. Так, мы можем его выключить. Смотрите-ка. Выключить. Все, надоел. Все еще ищем офис Джоуи. А, вот один энерджайзер, второй теперь есть тут еще. Так, все, оказывается, тут еще было. Ну, давай, запускаем. Давай посмотрим, что прячется внизу, старый друг. Ну? Может, зажать надо? А, я на В нажимаю, нужно на Е. Ну что ж, чернильная машина там, да? Да, вот она. Огроменная прям такая. Прикольная. Включить чернильную машину. Хорошо. А прыгнуть можно отсюда? Тут мусорное ведро есть, по которому припрыгнуть нельзя. Ну, как мне теперь ее включить? Шестеренку взять, может? Опа, тут у нас дверь приоткрылась. Хорошо, я уже иду. Так. Лампочки похожи на маску Годота из Эйс Атторни. Так, что у нас тут еще есть? Подсвечивающийся еще это. Опять маска Годота. Так, лампочки поломанные. О, тебя включить надо. Чё-то не работает мое приключение. Опа, дверь открылась. Так, что тут? Опа, банка беконового супа. Еще одна. И еще одна. Наверное, я зря проглотил. Нужно, чтобы, наверное, усталость восстанавливать. Закрой. Закрой дверь. Не хочет. Чую, тут Бен сейчас просунется, да? Нет, не просунулся. Ну и ладно. Так, ну мы потыкали на вот эту фигню. Она не работает. Ладно. Свет выключился. Там свет горел, теперь он выключился. Так. Дверь все еще закрыта, вот это. Так, а вот тут? Может, тут откроется? И тут не открывается. Что же нам делать? О, наверное, тут сейчас на меня Бенди выпрыгнет, да? Это просто сортир. Так. 2 минуты прошло, я нашел только чернильную банку. Дверь открылась, с которой свет выключился. О, там еще человек скажет мне, он? Нет. Круто. Еще одна банка. Еще одна банка. Он нас освободит. Молодец какой. Так,
Тут у нас музяка врубилась. У нас стул можно подпрыгнуть. Круто. Это просто музыка. Ничего особенного, я так полагаю. Тут все еще закрыто. Это был не я. Так, тут я уже был. Там не работающее было что-то. Комната, я ее раньше что-то не видел. Новая, наверное. Кассета, которая не поднимается. Круто. Проигрыватель. То, что нам надо. О. На данный момент не понимаю, каков план Джоуи для этой компании. Анимация больше не сдает вовремя. Я действительно не понимаю, зачем нам эта машина. Она шумная и неприятная. И кому нужно, что так много черни в любом случае? Кроме того, только представьте, Джо попросил каждого из нас пожертвовать что-то с наших рабочих мест. Мы поместили наши вещи на эти маленькие пьедесталы на комнате отдыха. Для того, чтобы задобрить богов, говорит Джо, продолжайте в том же духе. Я думаю, что он сошел с ума. Но эй, он же выписывает чеки. Ну вот, что я вам скажу, если еще одна труба лопнет, я свалю отсюда. Ну и вали, она лопнула, дверь открылась. Еще одна дверь открылась. Еще один суп. Опаньки, а то есть что-то новое. Коробка, еще больше супа. Беконом. Чем мне их пить? Чернильное давление. Его можно повернуть как-то? Просто тут не все вещи, я так полагаю, подсвечиваются. С которыми можно взаимодействовать. Шторка. Так, комната, которая не открывалась, открылась, и тут мы нашли еще больше супа. А эти не достаются чата. А, физика бы нарушила, если бы я сейчас взял один. Понял. Там планка упала. Вот это! Что делать? Опа, вот это не было. Это, походу, та самая это. Боже, Джоуи! Борис! А не Бориса! У него тут все органы повытаскиваны. Что Борисом сделали? Ладно, можно с Борисом взаимодействовать? Нельзя, он сдох, потому что Борис сдох, его вообще нельзя уже спасти, я так полагаю. Коробка с инструментами открылась. Кость. Папоротник какой-то еще тут есть. И Борис дохлый. Так, тут дверь открылась. Не знаю, пришли ли мы в начало или нет, но тут появляется со временем больше и больше дверей. Тут она должна открыться. Открылась. Так. А тут? Все еще закрыто. Опаньки, еще одно новое место. Отлично. Как заставить это работать? Низкое давление. Так, будем проверять сейчас еще больше всего. Так. Тут у нас всякие эти штуки. Трубы. Доски. Давление всякое. Так, ясно. Ты как тут появился? Вот именно, кто сюда это положил? Ладно. Пропустим этот момент. Это даже звук был такой. Пум! Это ты его положил? Прикольнулся на мной решил? А? Или вот ты его положил? Кто из вас? Так, ладно. Мы уже смотрели.